Сквозь тернии к звездам. Наверное, так можно сказать об истории каждой участницы марафона «Я люблю жизнь». Пройдя непростой путь, когда казалось, что впереди неизвестность, эти представительницы прекрасной половины смогли найти в себе силы бороться и не поддались приговору судьбы. Сегодня они заботливые жены, любимые женщины, дорогие сердцу мамы и бабушки. Они – люди, которые любят жизнь и никогда не сдадутся. Фотовыставка – это, опять же, это как призыв женщин, которые столкнулись с диагнозом, чтобы они могли тоже рассказать о своей истории, поделиться. Я думаю, по прошествии фотовыставки пополнится, участниц станет больше, и мы проведем вторую фотосессию. Фотовыставка стала продолжением большого проекта «Я люблю жизнь». Да, не всем женщинам было просто в нем участвовать, но они понимали. Это важно для тех, кто сегодня оказался один на один со своей непростой ситуацией, у кого нет рядом надежного плеча. А ведь это так важно, особенно на той стадии, когда проблема только появилась, а выхода из нее не видно. Некоторые просто теряются, приготовились, они уже все, ручки свесили, ножки свесили, и все, мы готовимся уже на тот свет. Нет, не надо. Наоборот, движение вперед и строить планы, стремиться, что вот мне вот день дан для того, чтобы я что-то новое постиг, чтобы я к чему-то стремился. Фотовыставка по итогам марафона «Я люблю жизнь» в эти дни уже сменила прописку. До 28 октября она будет работать в фойе областного онкологического диспансера. Там же организаторы обещают оставить всю необходимую информацию о себе для связи и общения. Кульминацией реализации первого этапа проекта станет большое мероприятие на территории Гребного канала в начале ноября.